один случай не понял. Десятое, то, что там под номером, это Динго? Да. Встань, сын мой. Что-то он у меня с лагом, а он просто почесывает. А, нет, все нормально. Он толкает. Но он продвигается вперед. Ну, тут РПД можно охуенно такого сразу выебать. Ничего себе. Втроём выскочили на меня. Это негуманно. Иногда кажется, что проще со стороны стоять и отстреливаться от них. Да ебать, хуя он так быстро ставил. Иди, сын мой, иди. Да как ты сзади оказался, а? А, так там два, блядь, таких, ёпта. Да, там два. Там два разных тамплиера, а ты как думал? Да, на два там. А я одного убиваю, блядь, своего, какого хуя он так быстро появляется, блядь. Только убил, блядь, сразу второй. Сука. Блядь. Я думал, он один, он не один. Ой, блин, он все. Короче, тремя гранатами. Это твой ник был, ё-моё, да иди-ка ты нафиг уже со своим орбитой. А там два челика с... Там два тамплиера с разными этими... Ну, РПД. Конечно! А то мне вначале показалось, как у него и орбита обычная, и орбита такая бриллиантовая. Я думаю, ты чё? Ты чё, меняешь скины прям на ходу? Тём, его можно спокойно положить сейчас, короче, это... Попробуй, там попробуй. Дальше я одно и всё. Чего, чем? Чем положить его? Тремя контактными минами можно нахер положить сразу робота. Что-то он у меня не вообще не ложился. Я у него даже обычные кидаю, что-то он вообще не ложился. Поеди твою. Да иди-ка ты нафиг. Да, блять, а? Тут, блин. Сука, я туда гранаты кидаю просто так, видимо. Они его продвигают. Еще гранат поставил щит. Поэтому эффективно ставить даже термитки прямо на робота. Я вообще гранаты... ТТ
цель могут быть, когда она работает. Они не подошли к нему. На, вот тебе. Ах ты сзади. Подошел к нему. Я уже, знаете, туда гранатами закидываю, где робот стоит. Чтоб он, если только появился, сразу там откидывался. Блин, ну там сука, размножился там приорту. Граната. 30 секунд. Граната, нет, ты не пройдешь. Бля, там что-то постоянно стреляет, чел. Десять секунд. А все, я уже еще гранату не дам. Нет, я так не отдамся легко. Если он туда встанет, то все. Я не отдамся так легко. Давай. Одна победа. Страйкер есть. Осталось тут второй. Победа. Это опять меня. А хули мы проебали, а что это такое? Почему у них 99, у нас 89? У нас меньше пройденных метров с ним. Надо с ним больше пойти. Давай, сын мой, иди. А, понял, они сзади начинают подходить. Сзади? Это я свою контактку кинул. Я пытался тебя убить. Все. Я тоже с другой стороны буду идти. Но они нас, если что, поджидают. Я уже понял. Да ты какой умный, а, СН-13 оказался. Ну, я хотя бы одного там плеера долго отвлекал сейчас. А ёпта, блин. Граната, чтоб близко не подошел. Да ладно, еще один пошел. Смеешься? Да, сука. А, термит? Понятно. Че сидим тут-то? Была у них информация. Не, а что вот интересно, они походу играют прям вместе. Потому что я спрятался за стену, а он начал меня подозрительно сразу в него стрелять. Как будто он знал то, что я там нахожусь. Заебал тут, сука, какой. Один топлиер минус другой. Ну, блин. Блин, не успел. Бля, ты тоже пулемет там возьми. Я чисто, вот, знаешь, накидываю, чтобы вот прямо. Они даже не успели вот выйти из-за угла. Что не всегда получается. Куда, блядь? Да ё-моё, как ты дотянулся до меня? Блин, да как, я заранее уже стреляю, я прям туда уже... Туда все мои пули летят уже, нет, он все равно выходит такой на пафосе и убивает меня. Блин. Всё? Ага. Я даже в его сторону бегу, чтоб он... Я не знаю, как-то... Чтоб быстрее ещё пули летели, но они не долетают. Он тебя вообще так легко убил? Бля, говнокарта, сука.
А где вот? Что-то не появляется. А, вот сейчас у него есть голова, вот. Самое интересное. А вот до этого у меня вот чисто головы нету, зато вот это огонек есть. Удивительно. Да, реально удивительно, какой бах иногда можно увидеть. Они даже тоже с пулеметами. Да, там. Нет, там один сграл. Ох, отпустил меня. Я уже думал опять отключу. Ты откуда оказался? Он же его. Ё-моё, я дым не могу бросить. Блин, там еще и со мной одежка стоит. Короче, вы его убедите, а я буду зачищать. По-моему, так намного проще. Я еще гранаты наперед кидаю, чтобы они там остановились. Блин, он там лежит просто. Убил. Разлёгся. Эх, блин. Я видел, как там ракета прилетела. Эпично, правда, проиграли они. Я сегодня ходил в ДНС, Артём. Звуковой дорожки нету, вот такая, которая у тебя. Я вам замарил сюда. Отстреливайся. 53. Да ты иди нафиг. Да ну нафиг! Нет, я еще щит поставлю, сука! Бля! Идеально. Надо еще и эту заморозку. Сзади. Нету. Бля, он щит поставил, щит умный вообще. Иногда мне говорят то, что лежащих мы не должны бить. Лежачих не бить. Не в этой игре.
Да. Это что-то две разные вещи. Не-не-не, чел, да, что думай быть. Нет, патроны кончились. Сука, чуть подлагнул. Ща я робота залезу. А, ну, не забирать. То у него чуть-чуть осталось, со 180 патронов в него вхуярил, победа. Вот 7-19 лучший урон. Вообще не доведем его, бля. Никуда. Согласен. А чё, нормальная карта? Или ты в этом уже на пойти посмотрели? Чё будет нормально? Главное, надо посмотреть, как это будет идти. Да, как это будет. Давай, сына, вставай. Да вставай, сына. Вставай. Дай на тебя залезу. Вставай, ну шашлык. Let's go, как говорится. Всё, теперь идите вперёд. Здорово, парень. Зайду, ты меня убил. Зайду. Там какой-то дед опять у нас. Там дед СПРщик идет. Он умер. Он был одним из тех, кто хотел. А вот эту пасху я будет менее полезно. Давай. Я даже не видел ни одного противника, который прямо хотел жить. Но крысы, они явно находят именно от этого решения. Ебать, он там залез, нихуя. Это хорошее место для снайпера. Нужно добавить вот так все надо. Ты видишь уже, дорогой. Мне почему-то кажется, что где-то я видел эту локацию уже. Тебе не кажется. Не, просто может быть. Даша там поужет. Он задействован. По киллстрайкер готовый. Говоришь, не доведем. Да я уже стреляю в проход, откуда противники появляются. Ну ладно, там пару метров осталось. Вперед, на ярко, на ярко, на ярко. Ну все, там уже пару метров осталось. Возложено. Это противники говно. Я, кстати, должен был сейчас ехать до тебя. Чем? Просто для Динамо на открытие, блять, но я забил хер. Там граната, граната. Там сосна. У меня на СПР-ка работает. Там СПР-ка. Решает, сейчас белки возьму. О, тут домик, блядь. Чего? Когда ты успел меня увидеть? Когда он успел туда продвинуться, уже вот интересно. На затмение. А! И куда ты хочешь пулю добавить? От турбины трави. Не, да, от турбины трави. А, от турбины ниже, может? Ну, вот, да. Я ему щит даже поставил. Вот так вот. Опять ты нашел, куда можно залезть туда? Я знаю, где это можно залезть. Да, я нашел. Я уже видел, за тобой краски бегу. Тот случай, когда новая карта неплоха. Неплоха. Представляю, тут. Ну вот такими местами, если только. А, ебай, и прятки, ну, как, блин, да.
Макарова убил. Макаров убил с Макарова. Добрного. Так, установка. Гранаты. А, они все снайпера там, посмотри. Похуй, я снайпер, что ли, они спустили. Бля, надо будет взять другое, это урон по транспорту, слышишь? Поставить. И сколько же сносить будет? Одну треть? Не знаю. Ну, надо посмотреть, сейчас будет. Это чёрная роза? Или что? Какой-то умный. Не, я просто не помню роз, это не, роз. Не помню роз, ну, это же... Не знаю, английский изучал. Да. Понадобился, да? Он и не понадобился, а ты... понадобится. Блин, не туда пошёл. А, это бот. Я же залагал. Я тебя спасла. Спасибо, спасибо. Ну что, пацаны бежал. А, это чит? Тебе с ним помогу. Недолго ты прожил, конечно. Вот поэтому эколог долго не... Экологи долго не живут. Умирают. Ну я пытаюсь... 41-й. Я последний остался из них. Последний, ноги тянут, да? Ага. Господи. Не надо так пугать. Я не знаю, как к Блэкос обращаться. Она, он, оно. Типа там девушка, я знаю, есть и... Это я знаю. Либо это мостик, либо это ксения, либо это стоит. Сколько ты играешь раньше, я его делал, конечно, да? Блин, надо было щит поменять. А, не, щит. Что они с пистолетом бегают, я не пойму. Это у них фитиш такой или что? Очень помог тебе, да? Глеб, он очень тебе помог. ФМ перед тобой поставил. Очень твой щит помог, бля. Прям очень. Вот его, бля. Нет. Давай. Ну а тут головы нету. Да, вот тут у меня тоже головы нету. Ой, у него головы нету. Он светится просто. Гранаты. Почему я противника много урона? Почему шутка? Меня граната убила. Ну так я сказал, граната. Я ты стоишь, в тот дальше. Момент уже не мог двигаться, я уже как раз в тот момент... Блядь, нечестно, это пущи. Я в этот момент умер. Ты дурак, что ли, что ни щитом лицо? Что, событие тут? Давай. Да я сколько стреляю, он вообще может с Саида своего стрелять. Что-то не получается. Ну тут 84 патрона. Ага. На полу нет, 80, спокойно хватает. А у меня 100, я не ставил магазин. Я его быстро сделал. А, вот. Блин, вот это его у меня щит поставил. А, не дошел. Фух. Я, короче, щит поставил. Ну, сейчас бот нас остановит. Блин, да у него нормальный прицел, Глеб, я вот смотрю. И без коллиматора. Да, ой. Давай. Блядь, ты, Робокоп, еще раз меня пихнешь, блядь. Попадайся, сейчас. А, он сбоку, 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 сбоку,
робот черный. Ты ебать ему огонь, нахуя, все. Липовый такой. Это огонь тема, я тебе скажу. Ты не пройдешь. Сука, какая-то змея украла мой дом. Так. Вы его пошлите с собой. Сломали его. Сейчас мы его оживим, сейчас. Надо только тех убить, которые мешают. Блин, где они? Так, не живешь. Давай, Айлин. А я что-то до сих пор привык, что этот, короче, щит, он ослепляет, КБ. И как, ослепляют? Ну, он их поджигает. Ну, черт, не живу. Они аж пылают. Сколько ослепляют? Глаза жёлтые. А ты где? Чё там? Да блин, я стреляю. Ну Фаида, блядь, убил меня. Ну Фаида, куда? Там СМ-13 ещё. Тут там все фигачит. О! Ой, самолетик даже так. Давай. Нравится робот прозрачный. Даже взрыв не помеха. Вот же СКА. Там просто клан такой СКА. Просто клан СКА. Не дописали пару букв, скотины. Там УА не дописали. Там УА не дописали. Да. Почему ты с лопатой быстрее, бежишь, чем я с гранатой? Ну, потому что я молодец. Блин, я бы всегда хотел такое оправдание. Почему у тебя все лучше? Потому что кое-кто молодец. Ну, а чё уже мне бегает? А что он справа, там по снайперкой стоит от тебя? Ну знаешь... Как я его увидел, да? А ты? Он тебя не трогал, и ты его не трогал, да? Я его не трогал. Он меня, я его. Все время. Это понимание, это очень хуёво. Я по этому роботу херачил. Он меня не трогал. Все заебись. Блин, меня тронул. Я его тоже тронул. Оу, май. А чё ты лежишь, ты дурак? О. Готовность. Готовность. Еще никто не подошёл. Как раз хорошо. Нет. Оу, щит. Мне кажется, не успеет дальше. Щит. Как вы так быстро мой щит сломали, мне интересно, друзья мои. Сломай там, ой, там что это? Робот не увидит что-то. Не-не, я за роботом поставил. То есть я вообще против людей поставил. Ай. Да как ты перестреливаешь? А, он справа от тебя стоит. Я думаю, как бот так перестреливает, что тебя убивает передо мной, а потом я понимаю, что там справа просто чел стоит, который тебя убил. Не знаю, но Самуэра намного охуеннее его хуярить. Да, Глеб, у тебя к тебе поднимается. Да, к тебе поднимается. Да, я знаю. Уже сразу двое поднимаются. Ай, там щит,
там купол появился. Ну, что-то. Он просто... Нет, 8 секунд осталось. Не успеет, не успеет, не успеет, не успеет. Да, все, они его защищают уже. Нет, все, я отдыхаю. И сейчас он быстро доходит, и я говорю, ну да, он не успел. Пэм, побежит сейчас. Турбо включат. Давай. 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 Эскорт начинай. Давай. Топай, 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 топай. Почему не можешь? Что-нибудь можно строить? Ветер меня залазишь, не надо. Эскорт персонажа есть. Бля, там сбоку был. Его сразу убили. Он пожил. Вот вы опять свой купол поставили, не страшно видно. Могли бы подумать о нас. Ой. Я сейчас свои гранаты сбросил. Молодец. И я. Её такое налило. Кто там с HD херачит? Можно найти. Видел какой-то робот еще один. Пародирует этого робота. Я твой фанат? А, ну да, ты убежал. Ты твое. Вы не купали, хуяли. А, сгорел. Блин. Я его догоню. А он меня не убил, пока перестреливался. А вот тебя убил. Ай, блин, он они в углу сидят, ждут. Ну, с другой стороны, подойди, вот. Чисто на цели. Это дальше пройти, чем они. Паша, слева. Нету. Да как ты так мне хедшот поставил? Тебе надо. Почему? Ну хоть сзади. Кинчики Глеба. Ну же Глеб убил. Всё, я убил, я убил. Я уже заранее туда стреляю. Да там их влияли, запад, блядь. Там невозможно перестрелять, когда уже заранее пули летят туда. Привет. Я спасла. Кого-то там. Блядь. Да. Фига он там просто едет. Он выходит. Надо было пустить. Ай, отлетели, суки. Мой. Да ладно. Ну и все равно. Ай, блин, опять последний. Да ж, ёпта. Но мы больше да, пошли. А что, не дальше прошли, чем мы, что ли? Мы защищаем. Мы больше. А что, один один тогда? Ну, мы больше прошли. Мы не успели дальше дойти. Ну у них не получилось дойти, а у нас. Почти получилось. Почти получилось, но у них он дальше был. Точнее, ближе был. О! И? Ближе или дальше? Сука, движение вперед. Как шаг назад только. Они сзади обходят, все, готов. Сзади будут сейчас. Ах ты сука, мне нужен такой успех. Я забыл про него. Куда погнать? Ты думаешь, я не знаю, что ты здесь ебать? Охуел что ли? Ай-яй-яй-яй. Да почему? А сколько за игры наносит твоя вот эта с противотанк
Ой, противотранспортный. Я не знаю, еще не... Противотанковый. Противотанковый зерги, я еще не видел. Ну, противотранспортный. Противотанковый. Ну, что я купил, да? А роботу одно деление, в смысле. Ну вот это вот по... Жалко. Открывай, открывай. Нет, вы никуда не пойдете, нет. Вот самые лучшие пули, это как у Дэдпула. Который ты головы сносит одной пули. Вот тебе бы такую вот. Чтоб ты их один выстрел. Готовность, готовность. Я ему что, гранату накидываю, но что-то он вообще не хочет не ранить. Сука. Там справа, короче, там плеер будет с ХГ-40. Ой, ебать, да оно вообще по 99 сносит. Надо, чтобы он остался там. Не да не, он не успеет дойти. Они не двигают. Они это двигают его. Да я, блин, стреляю туда, стреляю. Там одни цифры передо мной, я вообще никому не нашел урона. Это робота возьмем, оставляешь. Не, там 20 чем-то вылетает, 30 чем-то вылетает. Блин, значит, у меня фиганули. Около винишка. А не твою, блядь. Сука, развело. Я ему щит поставил, он не пройдет. Ну ладно. Ну ладно. Он даже тебя не подбили. Зато мы выиграем. Да, я зато... Последнее убийство Даши. Так, хэдшот. Так. Да, мой щит сработал. Плюс 1, 14. Блять, Славус, а? Блин, дебильная карта. Ошибочно. А почему нож не красный, бля? А, ну так-то он хоть не пихается, только пятка въебал вот эти. Это больно. Блин, я просто за ним буду стоять вот так вот и стрелять через него. Противника. Блин, противник. Ну один прям за углом. Ты хули к нему подошел сзади еще, выстроился, пока он не активный. Смотри на него, он уже сзади к нему выстроился. Вот вы подошли. Вы зашли бы, что не так или нет? А, сука. Ничего. Да, блин. Да, не поли. Мне кажется, в этом режиме на холдер золото возьмёт. Ну, не, опять так. О! Что такое? Волны броню дал тебе? Ты мне дал, когда меня убили, блин. Плохо помогаешь. Твоя броня не годит. Лучше поздно, чем никогда. Ну я успел увидеть, что Даша ее точно хорошо юзала. Кого? Бань.
Лишние 50 я не снимаю. О! На полу не валяется. Да, на полу не валяется, тем более там что-то поставить. Да ёб твою налево. Там чел на спалме стоит уже стреляет. Я может голову оторву. Так, граната пошла, граната пошла. Ещё граната пошла. Там больше. Ебали, у меня так залагало. Стоит. Блять, показалось, робот камин заклинал, блядь, под щит. Дошли? Нет. Я не дошли. Не дошли. Моя баня, видимо, плохо работает. Ну это хуй с ним. Главное, очки сыпят, блядь. Очки сыпят. За что не пойми. Да, я вот тоже за что не пойми, но они сыпятся. Главное сыпется. Вперед какой-то кривой, конечно. 50 очков за расстояние боя как-то не очень. Какие 50 очков. 50 это? Очков. Может быть 50 это за каждый очков. У нас за первый бой, у меня за первый бой было 5000. У меня 3000 сразу тогда добавилось за что-то. Ну вот, если это не меня занесло. Вот так только зашел к вам, 6900 залутал. А со следующих двух уже 16. Я чё-то не думал, что скажу это, но режим классный. Вот только единственное, что как... Так себе... Иногда подбор карт слишком маленький. Лучше бы ту оставили. Какую-нибудь, я не знаю, другую карту еще давай. Которая вот длинная. Блин, там есть такая длинная карта, которая. Какой-то мы полгода шли. Что-что? Блять, да хуя бы по этому сделать. Что говоришь, Даша? Какие, блядь, на апокалипсис идут? На апокалипсис? В принципе, там только один мэш у нас есть. Как он быстро на колени кладется. Ой, блин. Понял. Броня. Да, я знаю, я вовремя дал, когда тебя убил. Ну, на голову, да? Что тебе там голосами делает черная роза, блядь, а? Не знаешь, как это там? А что там было? Там голос, блядь, черный заебал уже. Азраэль. Настрелил. Все. Твою, блядь. Бля, горел. Суки двигают вперед его. Они не дойдут, и не дальше, чем мы. Мы будем... А если голову стрелять? Нет, голову так не работает. Нет. Там нету множества никакого. Блин, после таких попаданий он должен был вообще это... Он уже сломаться должен, после такого количества пуль. Хотя, с другой должен, стороны, мне, они да. еще и отлетать должны. Рикошетить. Граната, граната, не забывай. Ну, мы так далеко появляемся. Ну, они тоже на спаун появляются. Хотя я помню, когда мы появлялись прям за роботом, хотя он тоже уже ушел. У меня зал. А, это у меня пинг поднялся, блядь. Я слышу, что он идет, блядь, но я не вижу.
Нет, нет, нет. А, да, он лох уже. Ты не пройдешь. Пройдешь, я сказал. Все. Ай, кстати. Ну тут на холге можно было отыгрываться. Стреляешь, соляне уже. Так, двигает вперед. Зачем они вот? Зачем? А, они за пулемет уже взялись. Задумался. Да я заметил. Поебать, а что? Да, ну конечно не выкрыл. Нет. Это не слишком быстро. Баня. Это вертолет раз. Мелочку мешает. Хорошо. Да, его уничтожила. Молодец. И сгорела. Мне просто показалось, что он как будто это появился, и ты его сразу уничтожил. Я просто долго стреляла, по-моему. И сказала об этом. Убил, я не хотел убил. 8 секунд. Не успею, да? У меня невидимку. А, нет, что там был. А, победа, ебать, победа. Знаю, как от краски гоуста и поебинил. Да, вот этого. Я его не видел вообще.